Всем привет! Мы сегодня приехали отдыхать на море. Вот такой пляж. Мы заняли вот этот топчан. Сейчас раскладываемся. Он стоит $45 на весь день. И в стоимость входит еще использование душа. Этот пляж очень такой, вот видите, облагороженный, обустроенный. Здесь есть столы под тентом со скамейками. Там дальше туалет. Вот здесь типа столовой, можно покушать. Вот там дальше мойка. Можно помыть овощи, фрукты. Но мы дома сразу все помыли, принесли. Свой трамплин, хорошо. Сейчас мы еще ждем друзей, разбираем вещи. Надо все собрать, Амелия, вон ту нашу штуку. О, идут наши друзья. Аня и Вика идут. Привет! Привет! Да? Хорошо. Они тебе уже говорили вообще, здесь можно сидеть? Можно, нет? Уже и денежку взяли. А, сколько? 50 на весь день. Ну там 40. Там 40? Ну... Профессионально дувает. Здесь сегодня такие волны. Амелия, далеко не заплывай. Волны опасно. Оп, оп. Ты тоже далеко не заплывай, Макар. Вон Амелия плывет. Не холодно? Сегодня пасмурно, но... Аня, Вика! Фух! Мама здесь, Макар. Держись от него. Плывет. Так любит он у нас купаться. Ну, все дети, по-моему, любят плавать. Вот так выглядит пляж со стороны моря. Красиво очень, горы, море. Убежал на берег. Давай, с разбегу, беги. Беги. Это долго готовится. Да. Не замерзли? Нет. Вау, какая акула у девочки. I'm English.
Осторожно, Макар. Теперь не сможешь в море вернуться, не сможешь, Вика. Тебя волной будет выносить обратно. Давай. О, какая волна! Да. Палочки у меня тоже есть. У нас перекус. Что там дети? Чипсы едят, Макар чипсы ест. Девочки сливу. Аня рамен заварила. Здесь у нас еще есть курица, Аня. С картошкой. Бутер есть один. Сэндвич. Яблоки есть. Давайте кушать. А я пойду попрошусь подзарядиться. Телефон подзарядить. А можно чипсы попробовать? Мы уже покушали, перекусили. Теперь опять сидим на берегу. Девочки купаются. Макар играется. О, не надо на меня песок сыпать, Макар. Так весело, да? Ну нет, мне не хочется в песке быть. Лучше копай трактором своим песок. Пистолеты Макара пригодились и взрослым. Аня с Викой играются. А Макар ракушки собирает, да, Макар? О, сколько насобирал. У тебя и большие, и маленькие? Классно. Вау, Макар, смотри! Ух ты! Что-то спасатель ругается. Раскроем их. Может там... О! Жемчужина будет. Там краб живет. Да? Краб? Да. Ты уверен? Не знаю. Какая-то она странная. Ага, тетя Аня у нас эксперт по морским животным. Как они называются? По ракушкам, по моллюскам. Пришел спасатель, принес нам 3 маски для детей. У нас есть свои, просто они были там, на топчанчике. Бесплатно дал 3 маски. Сервис. Сервис по-корейски. Туда больше. Камень? Ну, там много камень, да? Да. В черной форме и в красной шляпке это спасатели. И вот у них в руках коробка с масками. Маски раздают тем, кто без масок. Макар, неси для нас песок. Макар бегает за водой к морю. Получилось набрать воду? Получилось? О, тебе так много воды надо будет носить, чтобы яму заполнить. Представляете, в Корее вот эти дроны патрулируют пляж. Я думаю, что над нами жужжит над головой. Вот прилетает дрон, подвисает в воздухе.
смотрит, какая обстановка, и улетает дальше. Вот в такие моменты и понимаешь, что находишься в развитой стране, где технологии служат людям. Патрулирует дрон. Дети вон что-то делают на песке. Вот они. Дети копошатся. Приехала еще наша подружка Зуля с детьми. О! Ну, правильно, все вместе играйтесь. Макар, ты можешь сюда воду не носить, она сама наполняется. Макар, вот. Отсюда бери воду. Он наоборот вам возит сюда, носит воду туда. Уже не боится. Один ходит туда. Хорошо. Покажу вам немножко, как здесь все обустроено. Это раковины пищевые. Здесь моем продукты. Это душ для того, чтобы смыть песок с ног, чем я сейчас и займусь. Здесь находится сауна. А так как мы арендовали топчанчик, сауна бесплатная для нас, а вообще одно посещение чуть больше $1. Вот здесь находится кухня, но она такая для того, чтобы самим что-то приготовить. Здесь продается рамен, разные снеки, холодильник с напитками стоит. И также здесь можно заварить себе рамен. Вот этот термос стоит с кипятком, и кофемашина. Вот здесь можно заварить себе кофе. Выбрать себе можно холодный кофе и купить здесь лед. Вот, вот так вот здесь все устроено. По-простецки, но все есть. Так, мне теперь сюда. Дети все уснули. Посмотрите, целая кучка. Аня уехала на работу, Вика с нами. Мы сейчас едем поужинать, потому что на пляже толком не было нормальной еды. Так что мы решили где-нибудь покушать перед тем, как ехать домой. Кушать не хочешь? Вон рядом по вкуснятину приехали кушать. В узбекском кафе. Нам уже принесли чай, лепешку. У детей там самса.
картошка фри. А только... Мне принесли плов. Хочешь попробовать, Макар, плов? Ты ключ урони. Очень вкусный. Нет, две. Аня. Вика, как пельмени? Не пробовал? Не кушай. О, Зули тоже что-то вкусное. Это у тебя урама? Урама, да? Да, да, да. Что-то вкусненькое. Вика, попробуй пельмени. Ну что, Вика, вкусненько? Приятного аппетита всем. Мы уже дома. Искупались все. Закинули стирку. Вот я сделала себе маску. Маску я делаю осветляющую от Atomy. Кстати, такие маски я высылаю в другие страны. В одной упаковке 10 вот таких тканевых масок. Они очень хорошо увлажняют, питают кожу. Держим 15-20 минут. И потом как огурчик. Дело в том, что очень соленая морская вода, и она сильно сушит кожу. Поэтому такая стянутая кожа была, и ощущения, в общем, не очень хорошие. Кожу тоже нужно восстановить после отдыха. Еще и хоть и пасмурно было, но все равно мы были под солнцем. После того, как мы сегодня выехали с пляжа, меня осенило, что мы не платили за вход, за въезд на пляж, ни за количество людей, ни за машину. Ну, обычно в Казахстане, если мы едем на какой-то хороший пляж, обязательно вход оплачивается или есть плата за машину. Также не было платы за парковку. Вот. Ну, я не знаю, это на этих пляжах такие правила или по всей Корее. Если вы знаете, напишите в комментариях, как обстоят дела на других пляжах Кореи. Но меня это, ну не знаю, как-то порадовало то, что не нужно за это платить. При том, что есть такой сервис, платить не нужно. При въезде на пляж измеряют температуру, оставляешь номер телефона, вот, только после этого пропускают. Такая система на всех пляжах, по-моему, в Корее. Вот. И сегодня вечером, когда мы приехали домой, я прочитала новость о том, что в Пусане все пляжи закрываются, вводится 4-й уровень социального дистанцирования. Вот. Это очень высокий уровень, так как там повышенный уровень зараженных, поэтому принимают строгие карантинные меры. Вот. Но Пусан от нас далеко, 4 часа ехать. Хорошо, что мы на нашем пляже успели отдохнуть, потому что не знаем, вдруг это все придет к нам. Вот. На этом будем видео заканчивать. Спасибо, что посмотрели. Всем пока!